Всем привет, ребят! Очередной аккаунт моего подписчика Вадима. Для роллинга под коллекционера одного мы уже следничка выбили с бесплатки. Тыкал аккаунт бездонатный. Доната на нем, к сожалению или к счастью, нету. Не знаю. Человеку тяжело проходить багажку. Ему нужна Фрея, Рибит, Повелитель Бури, Седна, Фрея, Бигфут, Фрэнки, Ронин. Короче, все надо. Все с последнего надо. У него есть Анубис. Сейчас мы посмотрим. Подземка Джей. Фармится. Точнее, не подземка, а волна. А подземки. Оу, печаль. Оу, печаль. Что-то вообще беда. Беда на районе. Находится он в гильдии Undead. Босс 3.21. БГ проходим. Атака фортов 20.00. Битва фортов. Или БФ. Не знаю, что БФ означает. А битва факелов, наверное, 20.45. Пропу. Пропу в попу. Битва гильдии, атака фортов. Первые, вторые места. Кидайте заявочки, вступайте. Гильдия, судя по всему, активная, если вторые места есть. Это, опять же, как повезет. Ну, это просто жесть. Такие подземки с такими героями. Так, побежали смотреть в алтарь. Так, душек, понятно. Стрелок топовый. Тыковка неплохая. Берс. Я не знаю, что у него подземки не пройдены. Гаргул отлично, хранитель нормально, Анубис восьмерка, нормально, ворожей есть с бастом, но я не знаю, что еще надо. Рино хорош, видимо, аккаунт не особо старенький, молодой. Пятая ремка, бидон, ну все вроде как бы неплохо, все способствует для подземок вполне. Причем Купидон с пятой, Валька есть. Еще один хранитель. Ну, не знаю, не знаю. Еще один Анубис. Купидона еще куча. Ну, Купидон это понятно, но еще даже один Анубис. Да. Ну, поехали. Будем сливать ему аккаунт. Так, с чего начнем? Кого бы такого подслить? Так. Что тут у нас падает? Херня, ну тут карты обычные. Тут даже ничего интересного нету. Еще один стрелок есть, ворожей. Ну, неплохо, как бы для бездонатного аккаунта очень даже неплохо. Но с подземочками очень все плохо. Так. Ну, поехали делать трах-тибудох. Тритон, панда. Друид, недостающий герой. Леди Лео, укротитель. Студеный. Еще один студеный. Сучка. Так, ладно. Не нравится мне это все. Да, жесть. Столько Анубисов и так висит на подземках. Стыдно было бы. Паладин друид. Офигеть. Тактика работает. Идем еще раз в рейд. Тактика просто огонь. Магия, конечно, у него стоит топовая. Ничего не скажешь. Букашка 91. Поехали. Так, новая тактика. Дед Мороз.
снова взяла пташка. Так, но человеку плохо на БГ. Сердцеедка фарован, Валентина. Атлантикор. Что еще надо для БГшки? Просто огонь. Поехали. Сделаем подарок человеку. Делаем опять ход конем. Ход конем, ход конем. Я бы сказал бы рифму на это все. Чем можно сделать еще ход? Ну, думаю, вы и так поняли. Так, ну все, ребят. Лишили моего девственности. Поздравляю тебя с полнолетием. У тебя уже есть Арктика, донатный герой. У тебя уже есть донат на... У тебя есть скины. В принципе, Арктика ему там особо... Ну, в некоторых локациях должна помочь. Так. Так, ну, Риббита, Дырочку, Седну, Фрею, Бигфута, Фрэнки, Ронина мы так и не видели. Это какое-то неподобство. Поехали. Ну, просто, блядь, просто бог роллинга. Вот и все, ребята. Вот так вот батька ролит. Такого вы... Количество фрей и прочего на чужих аккаунтах просто не увидите. Аж камера просто запотела, она потерялась. Я здесь. Что я могу сказать? Вот так вот. Вот так вот. Читерный роллинг в моем исполнении. Опять не забыл убрать читы, панельку, но фрея на его аккаунте... Я считаю, это более чем достаточный подарок на любом аккаунте на сегодня, потому что без Фрея это реально жопа. Есть Фрея, есть хоть какой-то шанс, тем более для Архидемона у него Анубис есть. Ну, теперь у него в PvP локациях на битве гильдии проблем не должно быть с такими героями. Ну что, поехали рылить дальше. Дракос. Вдруг еще кто-то... Ну, Паладин это, конечно, огонь. Душек, Душман, Мера. Не, не упало там ничего. Ну, смысла, честно говорю, дальше заморачиваться не вижу, потому что очень много аккаунтов в очереди. Человек просил, мы сделали, поехали сюда, сейчас заберем ему. Мы ему достали самого топового героя из того, что он хотел. Заберем тут награды еще и пооткрываем плюшки. Так. Ну, еще зайдем. Сейчас мы попробуем там подземочки какие-то добить. Потому что это реально 1500 самым. Ну, вот это он лаки. Значит, сейчас еще паролим. Не все мы потратили на этом аккаунте. Да, конечно. Это огонь. Так, 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 так. Тыковка у него причем версовая, в принципе, ему с головой хватит. Люди и дальше проходят с такими, без таких героев даже, я бы так сказал. Так. Так, 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 так. Побежали сюда, открываем скин на черепа. У него классика, теперь у него спартанец. 6 осколков некроса, ничего себе. Так. Есть. Так, 16 карт. Живо есть. Ну, это просто Фрея. Просто мечта, наверное, любого. Третий сет психощита вдобавок. Каменка. Херня. Третий сет психа. Ну, 20 камней. Что-то стабильно, стандартно падает 20 камней. Не знаю почему. Так.
Идем в алтарь. Поехали. Может, что-то интересное вырыли. Заменить. Ни хрена. Ни хуя, я бы так сказал. Так, окей, отлично. С этим мы разобрались. Идем посмотрим, что у него там за проблема с подземками. Мне просто самому интересно на это посмотреть, почему у него подземки не пройдены. Или он просто забил хер на них. Вставить, еще раз вставить. Просто интересно, там одну-две подземочки. Артефакты. Так, ангел. Отлично. Ворожай. Отлично. Стрелок. Стрелок нахрен не нужен. Купидон. Варгу. Вот даже такой вот состав, не заморачиваясь. Магия. Раз, два, три, четыре. Поехали. Раз, два. Даже попробуем без тыковки. Блин, можно было в принципе остаться. Ладно. Это я тыкву. Провтыкал. Где ты, сучка? Вот ты где. Так. Собрались. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Ну тут просто должно быть сейчас изи все. Или не должно. Ворожей, держись, сука, ебаный череп. Так, блять, его один раз убили или два. Все, он сейчас нас сольет, сволочь. Сорок 3%, да. Облом, облом. Ну окей, сейчас еще разок зайдем к тебе в гости. И что тут можно и других героев использовать, но... Сейчас я просто сбоку нападу. Ну и мы юнитов не используем. Нахрена они здесь нужны. Так, попробуем вот так вот сделать. Тянем эти все щиты. Так, вот так вот морозим. Юху! 48, 49. 51. Ну что, затащим все на максимум. Да, давайте затащим, если, конечно, сможем.
Ну выражай, ну чё ты? Поднажми. Понимаю, что тыковки нету, но... Ну тут вариант с тыковки стартовать. В принципе, простая подземка, ничего сложного. Да, рукожоп. С такими героями не затащить уже должен давным-давно на седьмых кошмарках сидеть. Тем более после обновления. Ну тут то же самое. Раз, два, начнем просто с Анубиса. Так, 45, ну. Отлично, ворожай вовремя дал подхил. Да, Дышка, конечно, решает. Однозначно решает. Без всяких юнитов. Одна из моих самых любимых, походу. Тут Анубис нам только мешать сейчас будет, но... Сейчас попробуем. Хотя, в принципе... Нет, тут... Тут надо будет по-другому немножко проходить. Тут оно бесно будет мешать. С этой стороны. Сейчас мы попробуем с другой стороны. Еще разок, если уже не получится, я уже, честно говоря, не хочу заморачиваться. Пусть дальше сам проходит с такими героями тут. Нифиг даже сидеть. Хотя это одна, наверное, для многих из самых сложных подземок. Надо было тыковку немножко ниже выставить. Я думаю, тут Анубис сейчас должен просто один раз ударить. Если бы он сейчас тупо не слилась у нас тыква, то у нас все было бы заебись. А так мы еще и Атланта сейчас активируем. Да. Рукожоп. Ладно, еще последние заходики. Идем дальше, потому что еще много желающих. Ну, где же урон? Где урон, блядь? Что за дичь тупая? Вот, вот так вот надо проходить подземки. Ну тут тыковка, сейчас быстренько пройдем. Может еще что-то зафармим.
Блять, как с такими героями проходить? Ну это просто... Просто тебе должно быть стыдно. Так, ну я чуть-чуть не так и заморозил. Ну ладно, думаю, мы сейчас его снесем. Ну это я думал. Ну, на разгоне. Давай. Вот сучки. Сучка крашеная. Душман. Она еще разок. Еще разок. Так, раз, два, три, четыре. Так, разгончик взяли, заморозили. Ну тут уже должны затащить, я надеюсь. Тыковка опять сволочь слилась. 54% есть. Хранителя жалко, слили. Ну тут суточки у нас уже явно не будет. Ну и пофиг. Так, отлично. Let's go. Мазафака. Анубис, где твой мега удар? Тыква, живи, сволочь, живи. Вот же снубаста, а. Черепа не сольем сейчас, а может сольем, в принципе. Слили, отлично. Вот смотрите, как льдышка помогает. Вроде казалось, у нас уже все просто жопа сейчас будет, но, к счастью. Тут будет тоже 50%. А можно даже и на все 3 звезды пройти. Ладно, пройдем на 3 звезды. Нахрен 3 звезды. Слишком много для него. Так. Поехали дальше. Раз, два, три, четыре. Разгон. Вот сука, Дрейк. Ебучий. Ладно, все, хватит. Все, ну такой вот был у нас роллинг. Мегатоповый роллинг. Прохождение подземок. Пишите комменты, подписывайтесь. Я побежал дальше.